игрой. Стоять! Темная долина на карантине. Убирай оружие на карантине. Убирай оружие и медленно ко мне. И чтобы без резких движений. Говорить будем. Давай, тогда берем. Черт, сейчас уберу. Дайте подойти тогда. Ну. Стоять! Прячь оружие и не дергайся. Если достанешь ствол, пристрелю. Но я ничего не стреляю вообще-то. Стой спокойно, брат. Больно не будет. Ну давайте, подходите, что ли. Ждать вас должен. Интересно. Сталкер, не дергайся. Ты кто такой? Что здесь делаешь? В общем, там мы наемник, ищем сталкера по кличке Клык. Скорее всего, он уже мертв. И я бы не советовал тебе тут долго околачиваться. На нас постоянно кто-то нападает. Действуют профессионально, не оставляют нам шансов. У нас вроде бы контроль во всей долине, но это не помогает. Единственное место, где более-менее спокойно, наша база, база свободы. Если хочешь поспрашивать о Клыке, тебе прямая дорога туда. Ну давайте, спасибо за информацию. Что скажешь, брат? Ничего продать тебе нет, ничего. Ой, да я... Здоров! Ты чё так... Я чё с ним даже поговорить нельзя, вот, а? Что за люди? Ой, ну дают. Да мы сразу вот рыло этом, с этим оружием в рыло мне. Что у вас происходит? Похоже, они всех на военных. Еще одно нападение. Наемник, проверь, что случилось. Эй, сталкер, с чем пожаловал? Хорошо, проверим. Это поищу артефакты, если артефакты интересно есть какие-нибудь. Я не знаю, конечно, здесь какие-нибудь артефакты есть. Что-то давно уже место не. Давно не играл в игру. Давно это был первый один раз я парсер прошел чисто небо. Недавно это уже было. Так что, конечно. Не помню, как здесь артефакты искать все эти. Да и по это место забыл, что здесь свободовался-то у нас не так легко пропустит. Надо обязательно подождать, когда они к нам под. Вот так, в общем-то мы прибыли в это место, где, видимо, сигнал соус шел. Ну, как всегда, находим только лишь трупы. Не понятно, кто вообще их ликвидировал, да. Странно. Ох. Собачки на кулаке. Да, на этом камне нас хотя бы не тронем. Чё, дробовик кончился? Хотя бы так отобьемся. С собаками лучше не связываться. В этой игре, конечно, я заметил, всё-таки с монстрами сложнее воевать. Они как будто умнее стали вот действовать. В сравнении с той же игрой, выше перечисленной. С целой стаей, в общем-то, собака не так-то легко справится. Ну да, кто-то их, в общем-то, ликвидировал. Так, ладно, в общем-то, тоники, да, получаем тоники. Плюс обыщем их. В общем, на этой ноте пока, думаю, завершу свое прохождение. Увидимся в следующей серии. Вот так вот, интересно, ноте, думаю. Хороший, в общем-то, для завершения этой серии. Так как дальше будет... Тем самым будет интересно узнать, что будет дальше. В общем, что же узнаем, в общем-то, в следующей серии. Что же произошло с этой группой? Ну, что здесь вообще происходит? Кто нападает на свободу? Видимо, как раз вот она заняла тем самым территорию бандитов. Точнее, территорию не бандитов, в общем, просто территорию. Потом уже те ничего, блядь, бандиты здесь будут оседать. Здесь же, в этой игре, они... Эта территория, в общем-то, база свободы. Ну что ж, в общем-то, все. С вами был Dark Space, у Михаила, в общем-то. Увидимся на моем игровом канале Dark Space 96. В следующей серии моего прохождения хардкорного на мастере игры Stalker Чисто Небо. В общем-то, всем до скорой встречи. Удачи, хорошего дня и всем пока.